Выражение «шуба греет человека» неверно. Шуба не является источником тепла. Шерсть в шубе содержит между ворсинками воздух, обладающий плохой теплопроводностью. Поэтому количество теплоты, идущей от человека, сохраняется. Мех, как и другие пористые тела, между своими волокнами содержит воздух, обладает низкой теплопроводностью и препятствует охлаждению человеческого тела, сохраняя тепло. За счет этого ухудшается теплообмен между человеческим телом и окружающей средой. Поэтому правильнее сказать, что он не греет, а предохраняет от охлаждения.